Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен видеорегистратору со встроенным GPS-приемником Carpa 120. Данный видеорегистратор является лидером среди аналогичных регистраторов с двумя встроенными камерами. Разрешение записи 640 на 480 пикселей вполне достаточно для фиксации номерных знаков впереди идущих авто. Камера, направленная в салон, имеет инфракрасную подсветку, что необходимо для съемки в ночное время суток. А наличие модуля GPS позволяет с высокой точностью определять место дорожно-транспортного происшествия и проследить весь путь движения автомобиля. Программное обеспечение устройства видеозаписи, которое устанавливается автоматически, располагается на карте памяти SD. Видеорегистратор также оборудован направленным микрофоном для записи аудиоинформации. Данный видеорегистратор изготовлен в Корее, что позволяет говорить о высоком уровне надежности и качестве устройства в целом. В комплект поставки входит руководство пользователя на русском языке, зарядное устройство в прикуриватель, крепление липучка на лобовое стекло автомобиля, карта памяти и устройство для ее считывания, резиновая заглушка на объектив видеорегистратора, а также различные крепления для шнура. В нижней части устройства расположена камера с диодами подсветки, а также две ручки управления видеорегистратором. Также на передней панели расположен динамик, отверстие микрофона и два световых индикатора. В боковой части находится слот для карты SD, а также разъем питания. С обратной стороны видеорегистратора находится башмак для крепления, а также вторая видеокамера.